Короче говоря... Пирожница, блин. Вставай! Я еще 2 часика посплю и встану. Еще же лето. Какое лето? 1 сентября сегодня. А кто это говорит-то? Совесть твоя. Что же одеть? Джинсы нет, леггинсы нет. А где моя прошлогодняя форма? А, она в рюкзаке еще с прошлого года лежит. Да и мятая чуток. Ладно, сама выпрямится. Алина, посмотри на время. Да отвали ты. Потом посмотрю все. Надо собрать рюкзак. В рюкзаке лежала черепаха. Выняла черепаху. Начала собирать рюкзак. Положила листок бумаги. Положила карандаш. Как-то пустовато получилось. Положила черепаху обратно. То, что надо. Алина, посмотри на время. Совесть, да отвали ты от меня. Подожди, сначала поем, а потом уже посмотрю на время. Примерно такой у меня будет завтрак. Конечно, немного не то, что я ждала. Ай, ладно, пофиг, в школе поем. Теперь я готова, можно посмотри идти. Посмотри же на время. Упс, опоздала. Пирожница, блин.